Около 1000 сильнейших борцов из 59 регионов России приехали на соревнования, чтобы продемонстрировать свое мастерство и доказать право подняться на пьедестал. В честь нашей республики защищали 76 спортсменов, как юниоры, так и юниорки. Первенство России для них – главный старт сезона. В составе сборной республики Нефтекамск представляли 5 воспитанников спортивного клуба «Бокс Плюс». 28 по 30 апреля в Уфе проходило первенство России по спортивной борьбе «Панкратион». В соревнованиях приняло участие около 1000 спортсменов из 59 регионов. В моей категории было 10 человек. Было сложно, но по итогу я заняла второе место. Недавно я принимал участие на первенстве России от Республики Башкортостан. Участие принимало 76 спортсменов, а наш город представляли 5 человек. Соревнования проходили в течение 3 дней. Выявлялись сильнейшие спортсмены страны. По итогу я занял 3-е место. К сожалению, не всем ребятам удалось подняться на пьедестал, но зато каждый из них получил бесценный опыт. По словам участников соревнований, на первенстве была очень большая конкуренция, а все поединки зрелищные и яркие. В результате упорной борьбы призовые места заняли Диана Хамадинова и Резван Зардинов. В общекомандном зачете сборная нашей республики взяла золото в 2 возрастных категориях – от 12 до 13 и от 14 до 15 лет. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».